Так, Что-то мама сегодня позвонила, Андрей. Ничего. Говорит, какая-то знакомая и сказала, что вы домой уже скоро поедете. Ну, что так говорят, Беларусь, потом Смоленск, а потом не знаю ничего. Блять, а зачем вы в Белоруссию и Смоленск? Не знаю, да, ничего не говорят. Вот сейчас мы ждем, пока все уйдут. И это, мы крайне уходим. Я тут маленько это подукрал. Чего? Это косметики вам немножко. Да, ты мой сладенький. Не знаю, там пробники. Все в семью. Там пробники, правда. Ну, ладно. Ну и ладно, это приезд Украины будет, что, нормально. Ну, там кроссовки. Ну, какой русский человек не сопрет ничего, ты что? Кроссовки потом женские, но они МБ, они фирменные, тут все нормально. 38-й размер. Ну, Софья, пусть Софья. Ну, там синие, они вообще классные, они это, тут все качественное, все, вся одежда, цветом. Да мальчик. Там, наверное, все мальчишки, наверное, брали, не один ты. И что-то сумками все тащит, блин, ну и была бы у меня возможность, видишь, сумки нету, я бы и ноутбука забрал, ну, тоже с ним это, маленько можно это, спалиться. Ну так вот, представь, Софья поедет учиться, и ноутбук-то тоже нужен, да? Ну, ну тут спортивная семья такая живет, я витамины что-то набрал на дорогих. И... Ну это-то понятно, конечно, витаминов он набрал. Ну и футбольные майки, и хоккейные тут. Ну набирай, набирай все, Андрей, что можешь, бери. Все равно футболки всегда нужны. Ну, шорты да так взял. Ну, тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату. Там. Прикинь, как они жили, да? И как мы живем, блин. Вот они за это и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы сюда пришли. Ну, дом, ремонт вообще офигенный. Прям в нашей беседе. Надо бы беседку как-нибудь перекинуть, Андрей. Вообще классно, камнем обложено. Да, я представляю. Угловой там, мебель, знаешь, такая плетеная вся. Чтобы вот на улице. Саранг, по-моему, или как называется? Ну, вот плетеная мебель, как-то название какое-то у него. Если поедем в Сирию, потом хочу такую же беседку сделать у нас. Россия жадная страна, они нам платить-то не хотят, а тут это, второй день в сауне паримся. О, нифига, я смотрю, у тебя голос повеселел. Там семья живет, все такое. А спортивных костюмов там не было? Да все поразобрали. Надо было тебе, блин, взять спортивный костюм, какой-нибудь красивый.